основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Геннадий Чихачев. Я сейчас выступал перед вами. А это не я, что, ребята? 31 год. Что-то как-то быстро все это проходит. Совершенно неожиданно. Недавно мы праздновали 30. Это было прошлой осенью, а уже вот наступает и 31 год нашего дня рождения. Мы приглашаем вас 3 ноября. Мы обязательно празднуем свой день рождения в театре. И у кого есть желание, время. Если мы на вас произвели сегодня впечатление, то приходите к нам в гости. Вот кто-то говорит, очень приходите. Ну, как так принято, что руководитель театра в конце сезона говорит какие-то слова. Мне Владимир Иванович говорит, ну надо же говорить. Я говорю, нету. Сегодня нету. Подвиг надо совершать. Ну, подвиг надо совершать, и, конечно же, будет человек говорить, а чего говорить, когда все сказано? У нас совершенно, я не знаю, я сейчас сидел в зале, все два акта слушал, смотрел, и мне кажется, что красивее наших артистов, голосистее наших артистов, просто нет. Мне кажется, ни в одном театре мира таких горящих глаз вы не увидите. Ни в одном. У нас был очень сложный сезон, потому что нам приходилось на разных площадках выступать, приспосабливаться к разным площадкам. И одной из этих площадок стал вот сегодняшний дворец Петра Алексея Михайловича в Коломенском театральной Хоромина. Но как-то, мне кажется, вот по тому, как я разговаривал с некоторыми зрителями, и артисты наши также заявили желание, мне кажется, мы вот эти летние театральные сезоны в Коломенском должны продолжать. Спасибо оркестру. Спасибо нашим солистам. Наша дирижёра, я не вижу Ирины Владимировны, где-то она была бы там. Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть один человек, от которого зависит абсолютно все. Это не я. У нас есть помощник режиссера, ассистент режиссера, наш режиссер Настя. Ура!
теперь вы помолчите, артисты похлопают вам, нашим зрителям. Спасибо вам за то, что вы ходили за нами по всем уголкам Москвы, где бы мы ни работали. Очень надеемся видеть вас в наших новых стенах. 27 сентября мы открываемся. Приглашаем всех в гости. До свидания. До новых встреч. До новых встреч!